приятно быть частью крупнейшей в истории России на сегодняшний день сделки. Достаточно напряженная конъюнктура экономическая в мире, особенно развивающаяся. This decision to significantly increase our commitment to Russia demonstrates in the very clearest way possible BP's growing confidence in the improving Russian business climate. Действительно, бизнес-отношения между Россией и западными странами. С этого момента, мне кажется, можно говорить о том, что Россия является достаточно сильной. Никакого отношения к позиции России по Ираку она иметь не должна. Я думаю, что наша сделка носит очень долгосрочный характер. Мы планируем многолетнее сотрудничество с нашими партнерами и развитие. В то время как я считаю, что ситуация по Ираку, сколь бы острой она сегодня ни была, является, тем не менее, все-таки очень временной. It means a great deal for Russian investors, because having an important strategic investor putting their stamp of approval on this investment means that they're putting their stamp of approval on the entire Russian stock market and the oil industry in general.